Мы вот ходим босиком. Тут вот. Для чего мы ходим по земле босиком? Для связи с землей. Вот, это один из видов энергетического питания. Потому что есть можно не только еду, есть можно еще энергию земли, воздух, солнце. Вот мы решили попробовать. Сначала мы будем фруктами питаться 40 дней, а потом посмотрим, как мы будем себя чувствовать. А вообще, мне, конечно, хочется рассказать немного о наших планах, почему мы решили питаться фруктовой диетой. Давай. Но... на фоне сирени вот так станет. Все дело в